что ж, лето – это время, когда нам хочется легкости и хочется, конечно же, привлекать к себе внимание. Давайте это делать с восхитительным платьем в горошек от вашего любимого бренда Натали. Абсолютная новинка, которая доступна вам сегодня по цене 999 рублей, которая подарит нам еще и неимоверный комфорт. А вот какие модели платьев актуальны в сезоне лета 2022, мы узнаем у нашего стилиста-имиджмейкера Миколы Комендрова. В этом году актуальна свобода и легкость, которой нам часто не хватает. Поэтому бренд Натали в главном предложении дня это отображает. Это свободная цельнокроенная конструкция рукав, завышенная талия, наборная юбка и хорошая длина, идеально подходящая для всех ростовок. 100% хлопок по традиции является главным сырьем в изготовлении одежды. А красивый крупный горошек, который в некоторых местах меняется на полосатую фактуру, дает возможность нам получить уникальный наряд. Романтичный, легкий, комфортный и, самое главное, тоже круглогодичный. Ведь такое платье мы начнем носить сейчас в палящее солнце летом, продолжим его осенью с теплыми кардиганами, а иногда зимой мы можем встретить гостей именно в таком дома. Нежный голубой цвет, то самое ясное небо, которого не хватает над головой, сейчас я держу в руках и вам демонстрирует наша загорелая брюнетка Ольга. Смотрите, как она выглядит, то есть голубой цвет подчеркивает ее отпускную кожу. Согласна. Ника наша выбрала для себя зеленый оттенок. Посмотрите, какой он легкий, изящный. Цвет лета, цвет настроения, цвет спокойствия. Добавьте аксессуаров, и платье уже становится такое более праздничное, коктейльное. Ну и мой любимый оттенок, цвет ахромата, союз черного и белого одновременно. Это цвет графитовый. Да, мне тоже очень нравится и графитовый. Да вообще все три оттенка прекрасны, как и цена. Только сегодня мы отдаем вам новинку от бренда Натали по цене 999 рублей. Вы всегда ждете премьерные показы от этого бренда, потому что с брендом Натали мы уже с вами несколько лет знакомы, а вообще бренд существует с 2006 года. Это ивановский трикотаж для дома и для комфорта. Миколушка, размеры от 52 до 62. Как действуем? Данное платье практически, можно сказать, так же, как и наш предыдущий главное предложение дня, безразмерное. Да, здесь есть ограничения по размерам, но мы их немножко расширим. Данное платье можно забирать смело как размер в размер, так и размером больше. Смотрите, размерная линейка якобы начинается от 52-го. Но почему 52-й размер не может выбрать для себя дама 50 и 48? Я считаю, что вы тоже можете присоединиться. 62-й будет пределом по груди, но в бедрах вы можете быть 64. Но главное, что вы берете его тоже в 62-м поверху. И экономите. При оплате картой цена будет уже 949 рублей. Расширенный период обмена и возврата 30 дней только на телеканале Shop & Show. Ну, Микол, слушай, я вспоминаю свои сарафаны и платья в горошек. Вот когда я носила такой вариант, и, ты знаешь, я себя, глядя в зеркало, сразу же ассоциировала с Одри Хёбберн. Вот этот такой романтичный, но очень утонченный стиль. Да, стиль горошка, да, именно полька-дот, этот принт как-то вот зацепился с 40-х годов, да, безусловно, конечно же, затронул и 50-е. Весь кинематограф всегда демонстрирует горошек, когда хочет придать актрисе и героине фильма романтизма. Немножко драмы он даже придает, потому что, в принципе, послевоенное время такой принт был один из самых актуальных. Его можно довести до ретро-стиля, особенно если вас пригласили на вечеринку и сказали, будем в стиле 30-х делать. Обязательно выберите это платье. Горошек немножко умягчает ваш, например, жесткий характер. По жизни нам приходится иногда быть такими и грубыми, и черствыми, а вот такой принт немножко будет таким, знаете, ловушкой. Вас будут представлять нежно и ласково, а потом раз и все. И все, и сделали свое дело. Да. А вот так вот, вы только представьте, да, романтичное платье и романтичный образ. И вы сразу же становитесь мягкой, элегантной. Вот наша Олечка выбирает такой мягкий, спокойный стиль с лоферами, совершенно расслабленный образ выходного дня. Наша Ника приподнялась на каблучок, поясок и солнечные очки. И вот она уже где-то на яхте и отдыхает. Кстати, что на яхте отдыхать, что гулять с подружками, например, длительные такие прогулки летом, да, вот парникового эффекта одежда вызывать точно не должна, Микол. Да, поэтому здесь и платье выполнено из хлопка. А мы с вами знаем, что у бренда Натали это особая выработка сырья, его можно сразу даже закрытыми глазами на ощупь почувствовать. Это, знаете, как джемпер от бренда Заря, его тоже закрытыми глазами ты сразу понимаешь, что это их изделие. Хлопок здесь более мягкий, имеет слегка пушистую фактуру, как, знаете, молодая шкурка персика. При этом у нас с вами продукт
Если вы его, например, нюхаете, то он выдает запах такой легкой травы, скошенной, прохлады. Материал чувствуется на ощупь немного влажный. То есть вот оно качество и хранение, и выработка самого нити. Нить очень живая, органичная. Вот этим и отличается бренд Натали от каких-либо других именно продуктов такого сегмента. Ой, мягкое неимоверно платье, вы знаете, как кожура персика. Ведь это так приятно, когда к вашей коже прикасается вот эта вот нежность, неимоверно, особенно в жару, такая когда вообще нежность. На себя ничего надевать не хочется. Ну, вспомните, да, эти жаркие сейчас. Денечки, особенно где-нибудь на юге, да, Микол, согласись. Только сегодня 9.99, главное предложение дня. У нас сегодня все разлетается со скоростью кометы. В предыдущем эфире полностью была распродана туника наша. Выбирайте для себя графитовый цвет, голубой цвет на нашей Оленьке или зеленый на Нике. И создавайте самые разные, неповторимые образы. Ну вот смотри, многие женщины сейчас уже начали на повседневность, на каждый день выбирать более расслабленные силуэты. То есть вот так вот каждый день ремешком себя мы перетягивать не хотим. Ну, такой образ мы применим, когда хочется какого-то коктейля, да, легкого такого времяпровождения, может быть, свидание. А в основном платье просто надели, как распашонка, да. Мягкий, легкий, прогуливается вокруг вашего тела ветер, при этом это не шифоновое платье, которое прилипает во время прикосновения ветра и полностью показывает вашу фигуру, да, вот когда идешь на ветру, и это платье просто облипает, то здесь он все-таки держит дистанцию между вами и собою. И, конечно же, мягкая драпировка, он не сидит вот этим вот эффектом женщины на чайнике, то есть очень лаконичен. Завышенная талия, она здесь тоже работу свою выполняет, то есть она сидит ровно под грудью и драпирует зону живота. Можно применить как ника, подсобрать его под ремешок, и здесь получается у нас с вами и под грудью. Есть такие специальные, уже появляются защипы, а драпировку вы можете выложить именно под себя, учитывая свой тип фигуры бедер, нижней части, да, для того, чтобы правильно их продемонстрировать. Вот, ну, Микол, еще пару слов, как ухаживать будем за нашим платьем. Для того, чтобы данное платье долго хранилось и, безусловно, часто вами надевалось, стирайте его не больше 30-40 градусов, не применяйте отбеливатель. Выбирайте для себя, выбирайте в качестве первой покупки, ведь это лучшее предложение сегодняшнего дня. Платье от бренда Натали по цене 999 рублей.